Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Сотрудники дома престарелых «Идиллия» в Москве показали палату, в которой до госпитализации в больницу в Коммунарке находился актер Леонид Куравлев. Как рассказала в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале директор пансионата, артиста привезли туда сын и дочь, якобы по его собственному желанию. По словам главы богадельни, Куравлеву нравилось в пансионате. Ему предоставили свою отдельную палату с тренажерами и телевизором. Фамилию актера сотрудники дома престарелых на двери его палаты указывать не стали. Они сочли, что подобная известность ему не нужна. Когда он не слышал или же не мог надеть слуховой аппарат, мы ему писали. И он отвечал: «Да, нет, хочет, будет», заявила сиделка. Также под Новый год навестить Куравлева в пансионат приехала актриса Ирина Безрукова, которая привезла подарки от друзей. «Но мне там понравилось. Мы знаем трагические истории, когда ушел, а пришел и родной человек. Сиделки это очень милые, но без образования женщины, которым мало платят. Как они себя ведут, тоже непонятно», сказала она. Артиста также часто навещали сын с невесткой, они поставили ему на Новый год собственную елку. Также в гости приходили внуки. Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. «Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили», заявила она. Напомним, что накануне актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. До госпитализации Куравлев плохо себя чувствовал из-за низкого давления. В августе 2021 года он вызывал скорую помощь. Однако врачи оказали ему помощь на месте, и в больницу он ехать отказался. Позднее у актера обнаружили тяжелое поражение мозга. 85-летний мужчина страдает от цереброваскулярной болезни, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга, что вызывает распад психики, нарушение памяти, речи и глотания пищи. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Oh, 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 oh.